И снова привет, друзья! У меня на канале очередная распаковочка с сайта AliExpress. На этот раз мне пришла сумка. Хотела, конечно, взять, как обычно, нож острый, но подумал, что все-таки могу попортить материал сумки и решил все-таки аккуратно скрыть это ножницами. Давайте посмотрим, что же мне там пришло. Пуфырку сняли, смотрите, джоу пакет такой фирменный какой-то, данного продавца большой ассортимент на самом деле сумок, вот, соответственно можно выбрать, что душенька желает. Так, смотрите, выполнен в виде пакета даже фирменного. Довольно-таки даже интересно. На самом деле, вот такие посылки даже очень приятно получать. Чувствуется, что вы приобрели где-то в магазине товары, нежели с какой-то свалки. Вот такая вот у нас сумочка. Поло. У нас такая надутая, потому что внутри у нас пакет. Давайте мы его вынем. Цвет у нее черный. На самом деле у продавца есть сумки в двух цветах решениях, это коричневые и черные, а также есть в двух размерах. Данная сумка 25 сантиметров на 20, есть еще чуть побольше размер, там 28 сантиметров на 22. Ну, вы можете посмотреть, я ссылочку оставлю в описании под видео, пройти и посмотреть, на самом деле, продавца. Не только выбор таких сумок, а на самом деле ассортимент большой у них. Здесь кармашек, он на магните, то есть у нас здесь стоит магнит. Такой у нас здесь ремень широкий. Кстати говоря, долго именно вот искал именно сумку, чтобы с широким ремнем, потому что все с узким, но узкий как-то стрёмно смотрится на самом деле. Здесь вот такая пряжка фирменная, красивая. Здесь логотип Polo. На самом деле симпатично все сделано. И довольно-таки аккуратно, нету кривых каких-то швов. Сделано все шикарно. Здесь вот кармашек подо что-то. Также здесь мы откроем, то здесь у нас раз деление, два деления, ну, под тот же самый телефон можно. Так, и присутствует с этой стороны у нас молния какая-то. Также сюда можно что-то положить. Ну, не знаю, может быть, то же самое, паспорт или что-то еще. На самом деле, сумку я подбирал именно к лету. Скоро лето. Поэтому мало одежды, мало карманов, и нужно где-то носить те же самые, допустим, ключи от машины, ключи от дома и документы на машину. В принципе, вот это самый раз. Покупая сумки у нас в магазинах, ну, они на самом деле по ценнику от 5 до 10 тысяч и выше. А все, что ниже, ну, это сумками сложно назвать. А вот такая сумочка, на самом деле, стоит у продавца около 1000 рублей. 1000-1100, смотря какой размер. Я думаю, вполне приемлемая сумка за такую сумму. Можно приобрести как себе, так же и в подарок мужчине. Я думаю, что мужчина обрадуется. А вы как думаете, стоит она этих денег? Напишите в комментариях.